Но вот так получилось, что вечера, связанные с днем его рождения, все-таки как красное знамя с черной траурной каемкой, потому что человек ушел из жизни. И я думаю о том, что 20 век стремительно удаляется от нас, становясь историей, и Женя тоже стал историей. История авторской песни содержит в себе судьбы авторов востребованных и судьбы авторов невостребованных. Я был близким другом Жени Крячкина, и я считаю, что так же, как, допустим, Михаил Анчаров, Ада Якушева и какие-то еще другие имена, люди, которых мы любили, которые были кумирами нашего времени, все-таки сегодня они недостаточно востребованы. Евгений Крячкин, к сожалению, разделил эту судьбу, хотя полный зал сегодня, наверное, опровергает мои слова, и мне это приятно. Дело в том, что его судьба складывалась не просто и в родном Питере, где он подвергался травле со всех сторон. Я вспоминаю, как в 1965 году был снят фильм «Срочно требуется песня», единственный фильм об авторской песне. И в этом фильме есть молоденький Володя Высоцкий, и Булат Акуджава, поющий песню про маленький оркестрик. Но по указанию нашего ленинградского сельсовета Василия Сергеевича Толстикова, не к ночи быть помянут, а как писал Иосиф Бродский, свобода – это тогда, когда забываешь имущество диктатора. Я помню всех сельсоветов своих, питерских. Будь они здоровы, кто сейчас есть, Григорий Васильевич, и верит свет для памяти остальным. Так вот, он смотрел, как товарищ Сталин, все фильмы. И, посмотрев, увидев меня и Крячкина на ленинградском экране, он сказал: пока я первый секретарь обкома, людей с таким профилем у меня на экране не будет. Вырезали Крячкина с песни «Этот город», он, правильно, да. Вырезали Крячкина с песни «Этот город», он на вид угрюм, у меня с Атланты. И поэтому Женя, вообще он очень болел, он был человеком ранимым. Он был настоящим художником. Композитор Шнитке, Альфред Шнитке, один из крупнейших композиторов прошлого века, сказал, что все авторская песня полная ерунда по музыке. И только Евгений Крячкин настоящий музыкант и по-настоящему талантливый композитор. Действительно, Евгений Крячкин был удивительно одарен и прежде всего в музыке. Не имея музыкального образования, он создавал такие мелодии, что они до сих пор являются предметом изучения. Особая тема его цикл песен на стихи, может быть, одного из самых, так сказать, крупных поэтов прошлого столетия, Иосифа Бродского. Его цикл на стихи Бродского является как бы отдельным вкладом и в литературу, и в музыку, и именно песни Крячкина с середины 60-х годов вызвали интерес к этому поэту, который вообще нигде не печатался. Удивительная история в России. Стихов не читали, но имя знали. И вот именно это является, видимо, основой или одной из основ авторской песни. Мы еще будем говорить об этом, но я хочу сказать, что Женя Крячкин оставил огромное музыкальное и литературное наследие, которое с годами все становится более видным, как большое, что видится издалека. И сегодня собрались его друзья и коллеги, чтобы отпраздновать его юбилей и почтить его память. Первым слово предоставляется замечательному автору Вадиму Егорову. У меня к Жене должно быть совершенно особое, не должно быть, а есть совершенно особое отношение и чувство, потому что тем, что я все-таки сделал свои первые робкие попытки в написании песен, я обязан двум людям. И вы их знаете прекрасно. Это Ада Якушева и Женя Крячкин. Почему обязан? Потому что это были первые барды, которых я услышал. Ни Акуджаву, ни Визбора. Тогда еще, учась в 8-м классе, я пришел к другу. Он мне что-то включил, я замер, умер, обомлел, и во мне началось какое-то бурление, которое потом вот и выплеснулось в песенные брызги. Поскольку я вспомнил именно о том времени, я бы хотел сейчас спеть песню вначале о десятилетии, в котором я впервые услышал все эти имена, и Визбор, и Клячкин,
и Городницкий, и Ким. Это было фантастическое для меня время. Мне кажется, для многих из вас тоже. Кружусь со всеми прочими в пожизненном балете я. И все плотнее времени смыкается кольцо. 20-й век мне выделило мое десятилетие, а у десятилетия всегда свое лицо, всегда свое лицо. На отражение в зеркале смотрю почти панически, но в памяти слабеющей покоятся светлые мои 60-е, где свет в политехническом, мои 60-е, где буйствуют битлы, где буйствуют битлы. У этих лет растаявших стою, как у подножия горы, где ветры вечности секут нас и косят. На 60 все радости на том подножье множия, а все напасти горести делю на 60, делю на 60. Увы, мы стали лысые, седые и усатые, но мы не раз оглянемся, устав и постарев, на те неповторимые, на те 60-е, где юность наша замерла, как мошка в янтаре, как мошка в янтаре, как мошка в янтаре. Которую сейчас спою, она мне памятна не только тем поводом, по которому я написал ее, а написал ее в связи с тем, что я просто 10 лет тому назад я переезжал из одной квартиры в другую. Вот, собственно, и все событие. Но мне было так больно оставлять вот то место, в котором я прожил 25 лет. Но и переезжал-то я, на другую, в общем-то, улицу в этом же городе. Вот тогда я впервые подумал, а что бы я испытывал, если бы я перебирался бы не с улицы на улицу, а из страны в страну, с континента на континент. И вот об этой мысли своей я вспомнил в Израиле, где на моем выступлении был Женя. И вот во время антракта он подошел, и об этой песне он сказал так: знаешь, вот ты эту песню написал за меня. Послушайте, как она звучит. Переезжай в масштабе века, пустяк, конечно. Шмать ее и книги, пакуем грузи, перегружай. Такая мука, такая горечь, такая нежность. Переезжай, переезжай, переезжай. Такая мука, такая горечь, такая нежность. Переезжай, переезжай, переезжай. Со мной, дружище, об этой боли не дискутируй. Перед порогом стою, как инок, перед мощами. Не из квартиры одной в другую, не из квартиры. Из дольки жизни в другую дольку перемещаюсь. Я знаю этот подъезд на ощупь, на вкус, на запах. Я прислоняю щекой к перину, в том нету фальши. Один приятель на юг уехал, другой на запад, а я напротив,
это слово и жжет, и жалит. Переезжают король и кучер, вор и епископ. Душа ведь тоже, покинув тело, переезжает. И только Богу потом известна ее прописка. С балкона брошу, как в пруд монету, свой взгляд последний. На зимний дворик, где наши липы и наши клёны. Переезжаю и, не мигая, глядит вслед мне живой подъезд мой, где ходит лифт мой одушевлённый. Переезжаю и, не мигая, глядит вслед мне живой подъезд мой, где ходит лифт мой одушевлённый. Женя все те годы, или почти все то время, которое он провел в Израиле, он жил в маленьком городке, очень красивом, который называется Ариэль. Он находится на оккупированных, так называемых оккупированных территориях. И я помню, что на концерт свой в этом городе я ехал в сопровождении такого джипа с охраной. Это было и тревожно, и даже как-то интересно. Но мысль о том, что Женя живет вот в том месте, куда надо ехать с охраной, как-то она не очень вдохновляла. И вот я выступал в этом городе дважды. И после второго выступления я написал, там же в тот вечер написал песню, которую я практически не пою, я пою ее только когда я приезжаю в Израиль выступать. Сейчас мне очень хочется ее спеть. Как мы сладко пили, пели в городишке Ариэли, где судьбой не укращен Женя был живой еще. В небесах кроваво рдея плыл закат над Иудеей с белоснежной головой. Женя был еще живой, Женя был еще живой. Жизни прожитой осколки выметая без следа, уезжал и не знал насколько, оказалось навсегда, оказалось навсегда. Сам живой уже еле-еле, вновь пою я в Ариэле, там на том же этаже, только Жени нет уже. Ни улыбки, ни движения, как же это, нету Жени ни весною, ни зимой. Как же это, Боже мой, как же это, Боже мой. Жизни собственной осколки выметает без следа, уезжал и не знал насколько, оказалось навсегда, оказалось навсегда, оказалось навсегда. Слышу Женин голос жаркий, никуда не уезжайте, всем, что было дорожано, никуда не уезжай. В белом саване холстинном, в белом взмраке Палестины, отсмеявшись, отдыша, плачет Женина душа, плачет Женина душа, плачет Женина душа. И в заключение я позволю себе прочесть одно стихотворение. Оно уже как бы, уже абстрагируясь от
от события, по поводу которого мы собрались, и тем не менее, так или иначе, мы связаны с ним. Стихотворение это называется «Визит старой дамы». Я хочу его вам сейчас прочесть и пожелать, чтобы наша встреча с ней, и тех, кто в зале, и тех, кто на сцене, заканчивалась для нас не так, как она закончилась для Жени, а так, как она закончилась для меня. О, Господи, начало забыл. Сейчас. Ты выслушай, а там уже верь, не верь. Пригнав к подъезду траурные дроги, сегодня смерть в мою стучала дверь. Я дверь открыл и замер на пороге. Кружила замять снежную пыльцу, и белой глади не было предела. Стоял февраль, и в нем лицом к лицу стояла смерть, и мне в глаза глядела. Все это ложь, оскал, коса, скелет. Она для тех, кто Костин и Ригидин. Смерть эта дама очень средних лет, в довольно респектабельном прикиде. Она сказала: я уже стара, чтобы блуждать между словесных просек, я за тобой. Пора, мой друг, пора. Ну, согласись, покоя сердце просит. Пред ней ни газя, ни семеня. Я побелел от бешенства, короче. Отвык я, чтоб решали за меня, что мне пора, а что еще не очень. В преддверии грядущей немоты, прощально вперясь в дымку снежной пыли, я так сказал: с каких мы пор на «ты»? На брудершафт мы вроде бы не пили. Смерть хохотнув ответила: увы, у нас, дружок, нет времени на споры. Смущает ты, давай, дружок, на «вы». Итак, дружок, вам 5 минут на сборы. И вот тогда, отдернув свитерок, не дожидаясь слов, поторопись-ка, я так сказал: позвольте ордерок на мой арест без права переписки. Среди словесной высохшей лузги, придумавшему это слово орден, короче, я запудрил ей мозги убийственным для смерти словом ордер. Она ж привыкла попросту ко всем, без приглашения, в двери и по морде. А тут облом. Чудак на букву «М» ей заявляет предъявить ордер. И сразу став растерянной земной, чья мощь была и обратилась в силу, засуетилась смерть передо мной, мне объяснить про ордер что-то сились, но я не прошибаем, как стена. Сказал ей грубо, но по сути верно: нет ордера. Тогда пошла ты на. Она пошла за ордером, наверное. Мы присоединяемся к вашим аплодисментам. А сейчас еще один сюжет. Вы знаете, у нас по ходу нашего концерта будут такие телевизионные киносюжеты, которые сделал известный тележурналист. Тут я еще добавлю два слова. Понимаете, когда человек жив, то он сам как бы распоряжается своим творческим потенциалом. И когда он уходит из жизни, его будущее –
его прошлое, его литературное и музыкальное наследие в руках его друзей или родных, или близких. И тогда уже определяется не только уровень таланта того человека, которого уже нет, но и степень преданности этих родных и близких ушедшему человеку. Кому-то везет, кому-то не везет. Повезло Маяковскому. Я вспоминаю, что Лиля Брик написала письмо товарищу Сталину. И те строчки, которые мы все учили в школе, Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, написал Сталин, как резолюция на этом письме. Но кому он его направил? Товарищу Ежову. Ибо Ежов тогда управлял делами ЦК. И Маяковский был утвержден в звании лучшего и талантливейшего поэта. Пошли издания, пошли последующие результаты, мы знаем. Так вот, у Евгения Крячка была своя Лиля, но не Лиля Брик, а Лиля Вьюгина. Женщина, которая после ухода Жени Крячкина, неожиданно и трагического, положила жизнь на то, чтобы укоречить его память. А поскольку она человек, связанный с кино, с телевизором, то она это сделала в форме кинематографии. И именно ей благодарны тем, что осталось видео наследие Евгения Крячкина. И я думаю, надо ей низко поклониться. Она вот здесь за то, что она это все сделала и сохранила. Спасибо. Итак, очередной видеосюжет. Не гляди назад, не гляди, просто имена перестань. Свят в твоих глазах, свят дожди, выйдем для меня и хоста. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй. А теперь подольше молчи, это для меня. Мне-то все равно, я уговорю сам себя. Будто все за нас решено, будто все ворует судьба. Только ты не веришь в судьбу, значит, просто выбрось ключи. Я к тебе в окошко войду, а теперь молчи. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй. Теперь подольше молчи, это для меня. Я лежу, всюду сумрак сиреневый. Я по городу мчу, сквозь сирены вой. 2 миллиона сплошные знакомые. В крышку гроба лиловыми комьями соберутся на кладбище все чины, но плетут про меня всякой всячины. Потерял посетителя Ленгурпит, повара с горя начали водку пить. Стынут комплексные по полпорции, а жена не ест, с горем борется, помогает. Бороться ей разные, морды бледные, морды красные, проявляют живое участие, кто служебное, а кто просто частное. Папа спит под землей, дочка в комнате, если нечего делать, вспомнить. Не, ну Бог милый, конечно, милый Бог. Фантазии сплошные. Поднял и трусливый муравей.
Я хочу пригласить сейчас на сцену очень старого друга, давнего, старого, правильно? Очень давнего друга Евгения Клячкина, очень известного артиста театра на Таганке, в чьем доме собиралась часто довольно такая интересная команда и актеров, и бардов. Мне, например, посчастливилось в доме этого человека познакомиться и с Женей Клячкиным, и с Юрием Кукиным, и с рядом еще очень интересных людей. И я с большим удовольствием приглашаю на сцену автора и исполнителя, актера театра на Таганке Дмитрия Межевича. Родился 23 марта, это день метеоролога, и спустя много-много лет он написал песню о женщинах-синоптиках. Как мы договаривались с Вилет, товарищ осветитель, я по старинке товарищ идет. Нет там в осветительной лодке. Отчего сегодня так сосульки звенят, на деревьях празднично развешаны, славная погода на душе у меня, а погоду делают женщины. Может, улыбнешься, может, мимо пройдешь, может быть, к другому голову наклонишь, в голых зимних ветках прошуршит летний дождь, солнце тихо сядет на твои ладони. Рыжая трава уже видна на бугре, под рукой снег чернеет и дробится. Как теперь легко тебя дыханием согреть, пусть перед рассветом тебе сладко спится. Словно колокольчик бьет по лужам капель, тает снег и лед, покрыли трещины. И сильнее, чем прежде, я уверен теперь, что погоду делают женщины. Что погоду делают женщины? Песня об утреннем городе. Этот город, он на вид угрюм, краски севера полутона. Этот город, он тяжело дум, реки в камень он запеленал. А сейчас дождями перемыт, прячет лужицы в своей тени, розовеет на Неве гранит, и дома стоят совсем одни. Птичий гомон будет летний сад, разминаются мосты и кряхтят, силуэты обрели фасад. В эту ночь я у него в гостях. Thank you.
Ну, еще одна песня Женина, а потом во втором отделении мы еще встретимся. Песня называется «Письмо». Белый лист бумаги падал на сырые листья, на затихший город, на ковер зеленый, на пол. В длинном поле ветер, ветер ветку носит, носит, наверное, сломит. В маленьком конверте уверяет, просит, ничего, видать, не помни. А моими руками зябкую осину, напросились, но от этого не легче. Белый ствол березы, белый снег качаясь, белый лист бумаги падал на сырые листья, на затихший город, на затихший город, на ковер зеленый, на пол. Браво! Следующий киносюжет. Почему вы задержались вообще? Что, почему было такие неясности со всем вашим приездом? Вы понимаете, какая штука? Мы поистрепали себе нервы, потому что не знали, полетим мы вообще или нет. И дело в том, что мы со всеми отъездами пропустили программу «Время» какие-то. И вдруг какие-то слухи поползли, что выступил Горбачев. И сказал, что он собирается ограничить. Повторяю, это слухи, поэтому, не знаю, может, не было такого по программе «Время». Ограничить выезд советских евреев в Израиль. Ничего себе. Да, вот такое было заявление слабое по программе «Время». Якобы, причем программа «Время», значит, может быть, неправда. Но, когда на следующее утро после этого известия, значит, оказалось, что Малев задерживается, чемодан стоит на земле, потому что Малев, как самая гибкая на свете организация, он реагирует на Арафата, он реагирует на Горбачева. Может быть, они как раз и среагировали, прежде чем даже получилось распоряжение, по политическим соображениям не ждать. Конечно, нервы. Стоят чемоданы, самолет заправлен, он стоит, мы стоим, все готовы. Вот перед выходом все, уже прошли таможенный контроль, паспортный контроль прошу, все. Мы уже не советские граждане. Стоят чемоданы, и чемоданы не грузят. Мы видим этот самолет, и он ждет чего-то. Чего мы ждем? Спрашивается. А чего ждали? Неизвестно, так и не узнали. Потом вдруг стали грузить. И когда пошли, тогда легло от сердца. Улетели. Из Союза улетели. Но было еще одно приключение. Посадка. По дороге посадка в Киеве. Может быть, за границей, нет, в Киеве. Посадка в Киеве, да. Но там ситуация была действительно... Мужчине стало очень плохо. Там отрубилось дыхание, значит, там плохо все, искусственно это самое. Качки. А Израиль, как здесь пьется, как поется, здесь подмигивает, главное, день дневной.
вышел, знал, что начинать с нуля придется. Да, конечно, но не знал, что значит ноль. Вот я кругленький и гладкий, словно нолик, в инкубаторе олимовских цыплят. Все вещи толкутся, зерна экономят, старики и молодые, все подряд. Эти вскоре петушками оперятся, это курочкой на гордочку вспорхнет. А седым таким, как я, куда деваться, где усталое и сердце отдохнет. Все, что нажито, то брошено, забыто, не тряпка, я, конечно, так попрю. Уважение к себе, вот что убито, то есть именно все сводится к нулю. Потому, наверное, столько оптимизма машнул, а кольпе седер бьет зенит. Но в глазах стоят картинки нашей жизни, а в беседере отчаяние звенит. Ноль так ноль, пускай же маятник качнется, Бог нам в помощь точно выбрать путь вперед. Меня-то все, конечно, обойдется, если только не повешусь в этот год. Ах, Израиль, как здесь пьется, как поется, жизнь подвиги волне, главное не ноль. Новогодняя песня. Ну, в этот год не повесился. Значит, все. Юшопол, лахаму. И гора. Ос, уз акцент дыша? Акцент. Ишу, ос, лахаму, и гора, мишкехем, мишкехем, атинцур, в им кользу, ай, им акцент, но без этого? Им, зломила, как, снова, как это будет смысл? Им за лохашмут, за милакеша. Им за им? Им за милакеша? И, рега, эха минаша, ну, и себя не шалите. И себя не шалите, и все сопли. И все ты. Им пользу. Им пользу. Им пользу. Им место. Им пользу. Им пользу. И все таки. Я хуй это. Но я хуй это. אין לי אל מלבדך צלם דמותך לראי כל עוד הארץ סובבת כך סובבת כך ואין משתוממת אף Ну вот вы видите, как Женя героически пытается освоить иврит. Я дважды был у него в гостях в Израиле, начиная с 91 года, еще когда жил в Кнейбраке, и на стене у него висел мотоцикл. Женя, переехав туда, вообще Женя был человек очень прямолинейный и абсолютно бесстрашный. Когда вышел запрет на Бродского, и начались на него гонения в Ленинграде, и всесильный тогда уже упомянутый мною секретарь обкома Василий Сергеевич Толстиков просто гноил тех, кто упоминал это имя, Женя публично исполнял песни на его стихи. Я вспоминаю, как на одном из грушинских фестивалей, а нас уже тогда пасли разного рода инстанции и все искали повод, чтобы закрыть. И ходили по кустам, там ГБшники, и выясняли, кто поет «Галище» или, не дай бог, на стихи Бродского что-нибудь. И я, будучи председателем жюри, сказал: «Жень, я тебя умоляю, ну пожалуйста, ну что-нибудь другое, это вот спой. Ну понимаешь, ведь прикроют фестиваль, жалко». И Женя улыбнулся, кивнул, но выйти на сцену сказал: «Этот конформист Городницкий пытается меня согнуть, чтобы я что-нибудь такое, вот хрен ему, я вам сейчас спою». И спел.
И фестиваль, конечно, закрыли, но не только поэтому. Но вообще это очень характеризует его абсолютную несгибаемость и прямолинейность. Причем он был абсолютно наивным человеком. Он вот как вот сказал, все, антисемитизм, не хочу тут жить, не хочу дышать, вот уеду, вот все сдохнут, тебя всех перебьют. И дал несколько резких интервью и здесь, в Питере, и там, по прилете. Но когда я к нему приехал в 91 году, он сказал мне, знаешь, говорит, я думал, что меня тут встретят, вот, что это все нужно здесь. Знаешь, вот абсолютно никому не нужно. Никому не нужно. И признался, что он близок, вот иногда бывает просто к самоубийству. Настолько вот полное неприятие, полное непонимание. А понимаете, пока мы живем здесь, то мы все делимся по привычному обезьянью расовому признаку. Там на русских, евреев, украинцев, людей кавказской национальности, сейчас не модно, да, и прочее. Но как только мы пересекаем рубеж туда, и не дай Бог думаем, что навсегда, мы все спохватываемся, я это там много раз, так сказать, видел, что мы все русские. Ибо родина человека, его среда обитания, независимо от формы носа, курчавости волос и прочего, это язык. А язык у всех один русский. И вот смотрите, второе уже не получается. Я спрашиваю, Женя, а вот ты можешь писать песни на иврите? Ты же его учишь, ты слышал, с ума сошел, все, что дышать без кислорода. И был замечательный человек Евгений Контрь, он есть Контрь, который перевел его песни на иврит. И говорят, неплохо перевел. Я, к сожалению, к следу своему не знаю иврита, не могу судить. И Женя дал мне диск и кассету. В 91-м году я вернулся в родной-то Питер. И делали вечер о Клячкине. И я поставил эти диски и кассеты, чтобы люди послушали. В зале был смех. Не звучат его песни на иврите. Они невозможны без родного языка и без той интонации, которая сделала Клячкина, куда бы он ни езжал, где бы он ни умер, питерским российским автором. И в этом вот драма, наверное, его жизни. Слово предоставляется сейчас замечательному автору Юлию Киму. Очень красивый. Очень красивый Женя человек. И как-то сегодня так ощущается его присутствие. Вот Дима Межевич был здесь. Я сразу в связи с этим вспомнил их потрясающий спектакль «Памяти Высоцкого». О Высоцком, как они в этом спектакле сделали все возможное, чтобы обозначить его физическое присутствие. И вот сегодня это физическое, почти физическое присутствие Жени как-то сегодня тоже ощущается. Мною особенно, поскольку я являюсь отчасти его земляком по Израилю. И я, конечно, посмотрел сегодня этот отрывок. Сегодня этот отрывок, где Женя борется с ивритом, пытаясь им овладеть. И искренне ему позавидовал, потому что он произнес несколько фраз на иврите, которые я не понял. Но, впрочем, это говорит о том, что он достиг очень больших высот в этой области. У меня-то с ивритом дело обстоит очень просто. Когда меня спрашивают о том, знаю ли я иврит, я, конечно, говорю гордо, да, знаю, да, и, может, доказать могу. Хотите несколько строк из Торы? Они говорят, хотим. Я становлюсь в позу и говорю, эхад, штайм, шалош, арва, хамеш, шеш, шева, шмоне, тейша, эсер. Красиво, да? Замечательно. О, никто из вас иврита не знает, я вижу. Только один Городницкий в силах перевести то, что я сказал. Это звучит, можно сказать, уж открой, как это звучит в переводе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кстати, обращаю ваше внимание на слово «шмон». «Шмоне» на иврите 8. Ибо в одесских тюрьмах еще до революции обыск происходил в 8 утра. Отсюда слово «шмон», которое вы знаете. И поэтому я, как его
земляк должен вам сказать, что в апрель месяце 90-го года, когда Женя покинул пределы, значит, этой той исторической родины, я с ним виделся в 90-м году здесь, в Москве, и спросил, уже знал, что он собирается, и спросил его проникновенно: «Жень, а чё ты? Чё ты собрался-то?» А он говорит: «Да ты видишь, что делается». И я, в общем-то, понял, у меня все-таки трое детей. Это был какой-то особенный пик разгула антисемитизма в Питере. Там, в этом Румянском саду, какая только эта шваль и мразь собиралась, и действительно пахло в воздухе возможностью погромов каких-то стихийных. Я понял его абсолютно. Он поехал в Израиль от этого. И, я думаю, единственное от этого, потому что все-таки все его сердце, вся его душа оставалась в России. Он и в 90-м же году я оказался первый раз в Израиле и встретился с ним уже когда он прожил несколько месяцев. Он, значит, где-то там в мае уехал или в апреле, а мы с ним встретились в сентябре в Израиле. И он был очень сердит на Израиль и сочинил уже к тому времени несколько ядовитых, на мой взгляд, не очень справедливых песен, смысл которых заключался в том, что ж ты, Израиль, зовешь, зовешь, а потом, когда к тебе приезжаешь, ты так нас и бросаешь. Что-то в этом плане. Мне показалось, что это не очень справедливо, но, во всяком случае, это Женя всегда был искренен в своих песнях, это вполне отражало его тогдашнее настроение. Но года через два я с ним встретился в Ариэле, там у меня был концерт, он приехал, и он уже был в значительной степени уже успокоен, утешен и даже в какой-то степени укоренен в этой стране, в этой земле, рассказывал о своей новой работе. Хотя, конечно, в 94-м году, когда он справлял свое 60-летие, в 94-м году, он, конечно, его в первую очередь отпраздновал здесь, но и там тоже. Поэтому сегодня, как-то в этом вечере замечательном, в его каком-то незримом присутствии, я подумал, ну что же я тебе, Женя, спел бы. Что же я тебе, Женя, спою? Ну, конечно, теперь сначала что-нибудь наше израильское. Как раз вот эту песню, которую я тогда, в 90-м году, и сочинил. Поскольку я в Израиле был тогда еще туристом, то поэтому он на меня произвел впечатление оглушительное и, главным образом, эйфорическое. И эту всю свою эйфорию я излил в следующих звуках. Ой, ты Хайфа, Хайфа, за все годы лайфа я такого кайфа не ловил. Эти горы, эти пляжи, этот климат даже тот же. Ай-я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 й
молчите на своем иврите, все равно ходите, как хотите тут. Добрый день, шалом алейхам, гамар, жом, азов, нвейхам, ай-я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 й, вас поймут. Ой, Исраэль, Исраэль, о, как ты освоил, о, как ты устроил этот древний край. О, прекрасный город Хайфа, я клянусь, за годы лайфа никогда такого кайфа. Прошли годы,
прошли годы, чувствуя к Израилю с тех пор, не скажу, чтобы оно не изменилось в основе своей, хотя, конечно, произошли некоторые коррективы, но, собственно, судите сами. Вот одна из самых последних песен. Правда, если в первом, в предыдущем сочинении я воспевал Хайфу, то здесь уже свой тамошний родной город. Как это Губерман называет Иерусалим? Провинциальная столица мира, да? Кажется, так. Вот. Вот ему, Иерусалиму, посвящается эта песня. С тех пор, как Тит разрушил храм, стерев с лица земли, пришлось евреям долго жить от родины вдали. И все 2000 лет в любом краю чужом евреи пели каждый день любимый свой псалом. Иерушалаим, Иерушалаим, там золотой синеве. Иерушалаим, Иерушалаим, знай, я молюсь о тебе. Иерушалаим, Иерушалаим, помни ты обо мне, Иерушалаим. Хоть ты убей, я не еврей, я русский шансонье. С гитарой верною моей кочую по земле, но каждый день, хоть ты убей, в любом чужом краю, закрыв глаза, забыв про все, тихонько я пою. Иерушалаим, Иерушалаим, там золотой синеве. Иерушалаим, Иерушалаим, знай, я молюсь о тебе. Иерушалаим, Иерушалаим, помни ты обо мне, я жил на улицах твоих, в глаза твои глядел, я слышал голос твой и смех, твой хлеб горячий ел, и каждый день они со мной вот уже сколько лет. Твой белый камень, синий зной, твой негасимый свет. Иерушалаим, Иерушалаим, там золотой синеве. Иерушалаим, Иерушалаим, знай, я молюсь о тебе. Иерушалаим, Иерушалаим. Ну и поскольку все-таки Женя в основе всей своей, песенной поэзии, в первую очередь, конечно, несравненный лирик, как же я, конечно, должен просто спеть ему свои достижения в этой области, хотя бы несколько. Ну, одно, по крайней мере. Монолог о любви. Монолог фрейдиста. Ой, сколько наворочено возвышенного бреда, а все это, ребята, почему? А потому что
что вы читали Рощина и не читали Фрейда, а надо бы прислушаться к нему. Уж эти мне любови, Паолы и Франчески, отличный текст, но глянем на подтекст, что увидим мы в основе любой любовной пьески, сплошной недовостребованный секс, романтические грезы, драматические слезы, лирический мираж, он для всех мужчин и женщин окончательно развенчан, как дешевый камуфляж, пунические войны, социальные обиды, футбол, хоккей, тем более балет, всего лишь сублимация обычного либидо. Я ясно выражаюсь или нет? Короче говоря, не мучайтесь, не вешайтесь, все это только голод половой. А значит, выход прост, подите и наешьтесь, и все пройдет само собой. Романтические сопли, драматические вопли, сиреневый туман, эти муторные вздохи для компьютерной эпохи, как коровий сарафан, и пускай за горизонтом пропадают врозь и оптом все эти паруса, эти греи и осоли, эти дорами фасоли, эти черные глаза, и умолкнут мандарины, и растают бригантины в сиянии голубом, и карета Коломбины развернется и умчится, чтобы было чему сниться, и грустить о ком, и грустить о ком, и грустить о ком. Тема любви ни мелодрама, ни трагедия, ни клоунада, ни комедия не обойдутся ни за что без неизбежного дежурного сюжета нежного, амурного, то безмятежного, то бурного, о чем бы дело ни пошло, в любое действие прискушное добавь любви, как перцу в кушанье, интригу круто замеси, увидишь, зрителю понравится, он это съест и не подавится, напротив, очень позабавится и даже скажет гром мерси. Нам важно это убеждение, что звери, люди и растения, пожары, войны, то да сё, все, что не есть на нашем глобусе, произошло от нежной склонности, от этой вечной нежной склонности или от отсутствия ее. Слово «алим» я знаю, как перевести. Вновь прибывший. Свежий иммигрант называется на иврите «олим».
верный, правоверный пионер. Широку страну родную громко пел, в комсомоле, скажем правду, господа, не оставил я заметного следа, да-да-да-да-да-да. В коммунисты меня звали, я не стал. Стал обычный злоязычный либерал. При словах «гражданский долг», «патриотизм» в организме начинался пароксизм, сизм, сизм. Кроме спутника и флага на луне, за державу только стыдно было мне. И смотря на наши звезды и кумач, издавал я злобный смех или горький плач. А теперь скажите, где я, что со мной? Ведь не здешний я, хотя и не чужой. Но гляжу на эту синюю звезду и испытываю гордую слезу. И хочу росить бананы на камнях, славить Господа под западной стеной, вдохновенно танцевать на площадях и с ружьем стоять на страже, как герой. В патриота превратился либерал, прям как будто только этого и ждал. И готов, как пионер, шагать в строю, и опять я Дунаевского пою. С гульки нос, страна моя родная, очень мало в ней лесов, полей и рек, но другой такой страны не знаю, где так счастлив русский человек. Ой, как хорошо. Братцы мои, я вас хочу поздравить не только с днем рождения Евгения Клячки, но и с тем, что вышло два новых его диска, которые там... Нет, вот там, в фойе, существуют уже. И сейчас я хочу, чтобы мы послушали вместе с вами поздравления от нашей несравненной Вероники Дольной, которая в силу ряда обстоятельств сама не смогла сегодня быть здесь, но она будет сейчас вот здесь. В эти дни исполнилось бы 70 лет Евгению Клячкину, Жене Клячкину, моему и нашему товарищу, вечному ребенку. Написал когда-то одну песенку, когда Женя Клячкин только уехал в Израиль. Потом время прошло, мы виделись ни раз, ни два. Его 60 лет отмечали в Москве, в Питере. Очень красиво, празднично делали толстые книжки, записывали новые пластинки. Праздник как праздник. Это было то, что надо. Ну вот, потом еще прошло время, и не стало его. Ну, очень быстро после 60-летия, вот. Умер Женечка Клячкин, 5 лет как 5 дней. Да не всем еще забылся,
как хрустальный шарик среди камней, покатился, да и разбился. А ведь это был петербургский шик, не за тем, что был так шикарен, а за тем, что был не чувак-мужик, а разведчик пространств Гагарин. Некрасиво, Господи, мы живем и по будням, и в воскресенье. Вот и вышел Женя в дверной проем, как во время землетрясения. И увидел я, думаю, свет, а не мрак, свет какого между нами нету. И решил он, как некий дебержрак, улететь на другую планету. Вся баллада была чистейший вздор, разговор в отсутствии Бога, но открылся за Женечкой коридор. В нем растаяло слишком много, самых хрупких втянула в себя чернота, засосала с песнью зычной Женя Клячкин, святая ты простота. Оставался б ты на наличной, Женя Клячкин, святая ты простота. Оставался б ты на наличной. Женя не стало вот уже годы назад. Но он прожил как ребенок, исчез как ребенок. Я бесконечно сожалею, слушаю его голос. Ну такой, внутри себя. Пение это другое, пение это проще. А вот такой голос, как во сне, это внутреннее дело каждого, кто его помнит. И все-таки Женя Клячкин остался с нами на наличной в конце Васильевского острова, когда он не вернулся умирать, как его великий, так же, как его великий соавтор. И только сейчас, может быть, в начале следующего века, мы начинаем всерьез осознавать масштаб его таланта и осваивать его творческое наследие. Я, кстати, вспоминаю, что незадолго перед отъездом в Израиль Женя освоил автомобиль. У него был «Жигуль», значит, и он водил, вот говорят, что характер человека проявляется в вождении машины. Он водил так же непримиримо и плохо, так сказать, никого не слушая и ни на кого не взирая, вот абсолютно его характер. И даже в Питере ходили слухи, что когда он выезжал на своем «Жигуле» на Васильевском острове, то ГАИ давала по радио «Бери, осторожно, Клячкин на улицах города». Да? Вот. Он был вот абсолютно вот таким вот замечательным человеком. Вот. А мы сейчас с вами давайте перервемся на 15 минут. Диски, кассеты с песнями Евгения Клячкина, книги с воспоминаниями о нем, все вот здесь в хоре. Спасибо. Начиная второе отделение, прошу садиться. У нас в начале второго отделения опять киноблог с песнями Евгения Клячкина. Надо сказать, что Женя был человеком крайне разносторонним и очень, как вы уже, наверное, поняли, открытым и ранимым. Но значительную часть его жизни составляла лирическая составляющая. Он любил, его любили, он был... Несмотря на это, трогательным семьянином, когда умирала его вторая жена, она умирала долго и была обречена, и он знал это, и родители, ее родители хотели взять ребенка к себе, потому что Женя оставался один с ребенком, он отказался от этого, и он был и оставался всю жизнь трогательным отцом. И вообще он был человеком, который в огромной степени думал всегда о других и в гораздо меньшей степени думал о себе. И как правильно сказал Юрий Ким, как видно на киноэкране, он просто был очень
красивым мужчиной, и по вот, своей настрою, своей, по интонации жизни, он сидит настоящим поэтом. Именно, может быть, поэтому его песни на стихи Бродского, которые, я считаю, может быть, самой значительной частью его творчества, они вот дали такой неожиданный резонанс, потому что он душевно как бы вынул ту интонацию, которая содержала в стихах Бродского. И почему и Бродского, и Клячкина одновременно, вот мы с Женей оба ленинградцы, и оба с ним, кстати, блокадники, почему вот это так вот жестко никуда не пускали? Потому что в песнях, особенно в песнях на стихи Бродского, так сказать, как бы звучал голос непрекаянного, мучимого мировой скорбью российского, это очень важно, российского интеллигента, который своим существованием уже угрожал сытой жизни разного рода литературных и партийных начальников. И вот это совершенно, я вспоминаю, когда должны были выпускать диск его на, уже в новые времена на стихи Бродского, не хотели. И он говорит, ну слушай, ну никому не надо, никто не хочет. Я вот написал конверт, вот, так сказать, вступление к этому диску, и слава богу, диск этот был опубликован. Но и песни Клячкина на свои стихи, они вот с годами приобретают особенную ценность, потому что то, что он хотел в них выразить, хотя мы всегда с ним спорили, потому что я считал, что, может, не поэзия его главная, так сказать, сильная сторона, а скорее музыка, но вот сейчас, в прошествии времени, когда слушаешь их, то они, конечно, очень органичны. И замечательная песня «Я прощаюсь со страной где», и вот уже песня про Псков замечательная, которую вы слышали, и многие другие. Итак, Евгений Клячкин. Никотинные пятна ложились на площади, истеричный трамвай завывал и повизгивал, улыбались мне сверху какие-то лошади. Под колесами лопалось солнце и брызгами, тяжелыми брызгами падало на плечи, на лицо и за ворот, и голос простуженный, то ли шепотом, то ли неслышными воплями. Потухал, не достав до лица, а над лужами, а над лужами шли молчаливые женщины, пряча лица от ветра, храня их для близкого, из каждых ворот от карниза из трещины. Голубиные свадьбы со стонами низкими. Весенняя грязь распутится, осенняя ночь распутница, ночь обманщица все напутала, обещала распутать, запутала. Береженного убережет Господь, все пережевано, но так в чем же спор? Ведь жена пришлет сваху новую, а простынь чистую, а простынь чистая, но плохо белая, утюгом огнем гладко стругана, опять морщина. И на ней то пять морщин на лбу, ах, думал красть коней, а ну лежишь в гробу. И поют под тебе ветра в сосенках, а жена во сне дышит песенкой. Ах, я поверю всему, лишь ты век лежал, а на глазах ему и беда, ток не жаль, а ветерок озорник где-то ластится, подымает березки на платьицах. Ох, ночь обманщица все напутала, обещала распутать, запутала. Загорелся тьмой прожектор, раскрылись ее глаза.
крутнулись где-то, качнулась назад земля. Упали рельсами руки, комочком назад, прости. И чьих-то фраз перестуки, ах, тормоз не отпусти. Но я рычаги бросаю, и поезд мой так открыт. По этим рукам я знаю, на взорванный мост летит. И дымом все то, что мелко, и все клапана закрыт. Танцует черная стрелка, на красной черточке взрыв. Шатается поезд пьяный, глотая черный туннель. И эхо хохочет в стены, не верь ей, ой, не верь. Я больше с собой не спорю, и вдруг впереди светло. И к радости или горю, но, кажется, пронесло. На этот раз пронесло. Еще одно характерное, так сказать, качество Евгения Клячкина. Он был замечательным другом, и он любил своих друзей, и его любили друзья. Я помню, он был моим первым аккомпаниатором в Ленинграде в далеком 65-м году, когда открылся клуб «Восток». Я никогда не умел играть на гитаре. Женя меня аккомпанировал, но с ним было почти невозможно выступать, потому что он музыкант. Ему было скучно играть одно и ту же. Значит, партии, он начал влево, вправо, выше, ниже, что-то аранжировать, а мне при моем голосишке, как при попытке к месту, влево и вправо. Вот, и всегда у нас с ним были на эту тему конфликты. И я помню, что в том же 65-м году в Союзе композиторов в Ленинграде, на улице Герцена, в Монферрановском особняке, обсуждались там наши песни, его и мои, и был чудовищный скандал, потому что все композиторы пришли, чтобы вытереть о нас ноги. А меня-то ладно, но Клячкин. Вот. И, в общем, это было полное безобразие, и просто было дано указание партийных властей, профессионалам, стереть авторскую песню с лица земли. Выступали композиторы, выступали искусствоведы, печатали статьи. Василий Павлович Соловьев-Седой, тогда, значит, главный наш композитор, написал уничтожающую статью против авторской песни в «Известиях», поскольку должны были закрыть. В основном прошлись по Клячкину. После чего в газете «За науку Сибири» после приезда Клячкина и Бори Полоскина в Академгородок вышла доносительская статья, что приезжали, значит, исполнитель Безголоскин и композитор Клячкин, как они его называли. Сейчас трудно себе представить, какая компания травли была развернута вокруг авторской песни и персонально вокруг Жени Клячкина. Но Женю любили друзья, и тогда любили, и сейчас любят. И, может быть, друзья – это главное, что у человека есть при жизни и что остается у него после смерти. И вот сейчас слово одному из его друзей – Александру Мирзояну. Знаете, в свое время Евгений Клячкин, Юрий Кукин, Булата Куджава, Александр Городницкий, Юлий Ким – это были для нас голоса на пленке. Знаете, я даже не представлял, что когда-то я не то, что там на одной сцене мы будем стоять, это даже в дурном, как не в дурном, в кошмарном, да. В кошмарном сне не могло таком, знаете, как это, апофеоз славы, да, это называется. Вот в дурном сне апофеоза славы не могло такого присниться даже. Эти люди не существовали физически, это были голоса на пленке, это полная метафизика такая, русская метафизика, голос свыше. Понимаете? И вот все это училось, разучивалось, да, это вот все выносилось. Это, причем певец, это же член семьи, да, он же у тебя крутится в доме. И я помню, как мне кто-то говорит, вот ты знаешь, говорит,
Позвонил человек и говорит, вот я тебе сегодня вечером принесу новую пленку там ленинградцев, новый концерт ленинградцев. Значит, Кукин, Клячкин, Городницкий, Полоскин, Вихарев, как бы все. И я не мог на лекции сидеть даже, понимаете, потому что я знал, что я вот сейчас приду, и это был, у меня колотун был просто вообще, руки тряслись, потому что слюна текла, потому что я знаю, я сейчас приду домой, включу, и это будет некое погружение в нечто. Это было обретение себя. Да, вот певец – это то, что Ганс Георг Гадамер в свое время говорил, говорит, певец – это мое обретение, я через него обретаю себя. И поразительная вещь, что вот этой идеи там тысячелетия. Сократ говорил, поэт слышит голос неба, а рапсод доносит его до всех. И Бродский, который терпеть не мог авторскую песню, ненавидел просто люто, ну не понимал, потому что, ну может великий поэт позволить себе непонимание. Александр Сергеевич Пушкин мечтал об авторской песне, чтобы была русская авторская песня, и сам пел, да, вот Иосиф Александрович не мог. Но тем не менее он перевел Норведа, и у Норведа были такие строчки. «Слово из звука, слово из духа жаждет к скрижалям прибиться. Лишь песнопевец доносит до слуха всеобщего шепот провидца». И вот Женя Клячкин, Евгений Клячкин, донес до нашего нищего по тем временам слуха. Мы, дворовые мальчики и девочки, когда нам приносили Бродского, у меня, слава Богу, было хорошее окружение, и мне приносили, на, Сашко, почитай, подивись, який поэт есть на Руси. И я, значит, на второй странице засыпал, потому что читать это невозможно было, да. Я был большим туристом, носил большие рюкзаки. Любил песню «Сырая тяжесть в сапогах, роса на карабине, кругом тайга, одна тайга, и мы посередине». Замечательная песня, должен вам сказать, но как бы к Бродскому не имеет, имеет отношения. И вдруг появляется Евгений Клячкин. И я просто обалдел, понимаете, я услышал нечто, к чему мое ухо было совершенно не готово. Но вот эти эмоции, которые там были, да, вот эта вот суть какая-то, она вдруг вылезла и заговорила. И если бы не Клячкин, огромное число меня, то есть таких, как я, да, Бродского бы никогда не прочитали. И русскую литературу, может быть, не прочитали. А вот он сумел это сделать. И низкий ему поклон от всего, что называется русского простонародья. Каково я представляю, Александр Мирзоян. Рождественский романс Евгений Клячкин. Это была песня, с которой у меня начался Иосиф Бродский. Плывет в тоске необъяснимый среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада, из Александровского сада. Ночной кораблик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих своих любимых. Плывет в тоске необъяснимый, пчелиный хор сам нам был пьянец, ночной столицы фотоснимок, печально сделан иностранец, печально сделан иностранец. И выезжают на Ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками, стоят в обнимку. Плывет в тоске за Москворецкой ловец несчастья случайный, блуждает выговор еврейский по желтой лестнице печальной, по желтой лестнице печальной, и от тоски до невеселья под Новый год, под воскресенье плывет красотка записная, своей тоски нам не объясняя, плывет красотка. В ее глазах холодный ветер, дрожат снежинки на ладони, холодный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони, обтянет красные ладони, и тает мед от дней вечерних, и пахнет сладкою холмою, ночной пирог несет сочельник,
над головою несется чельник. Твой Новый год по темно-синей волне среди моря городского плывет тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто жизнь начнется снова, как будто будет смех и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево, качнется вправо. Спасибо, спасибо. Это поразительная вещь вообще, вот это откровение, которое дарит певец. Вы знаете, я сейчас, понимаете, да, не о себе любимом говорю, когда вот слышишь какие-то вот вещи, когда пролистываешь там коротенько, переведи меня через Майдан, потому что, ну, как бы стихотворение такое, да, там можно по диагонали прочитал, и вдруг, когда ты его слышишь, когда Сергей Никитин, да, вот это вот там открывает эту вещь, или когда Евгений Клячкин открывал нам Бродского, вот таким образом, когда мы пролистывали что-то, это дорогого стоит. Недаром Ганс Георг Гадамер говорил, что мой родовой язык – язык певца. Приходит певец и делает из нас нацию. Мы все объединены песней. И вот то, что у Городницкого есть замечательное стихотворение – родство по крови рождает кровь, родство по слову рождает слово, то есть слово-дело. И вот нация всегда объединяется здесь, именно в поэзии, в песне. И то, что об этом говорил Платон, говорит, поэзия и песня и есть наша нация. Мы все объединены в этом пространстве поэзии и песни. И я посвящение хочу спеть на стихи Бродского. Это посвящение перекличка Жени Клячкина. Мерцанье желтое парадное, и в них шаги минувших лет. Наверх по лестнице непрочной звонок, и после тишина. Войди в квартиру этой ночью, увидишь реку из окна. Поймешь, быть может, на мгновение густую штору теребя, во тьме великое стремление нести куда-нибудь себя, где 200 лет не уставая все плачет хор океанин. За их мосты над островами, за их васильевский гранит. И перед этой стеною себя на крики оборви и повернись к окну спиною и вниз по лестнице сойди. Определенные мысли. Вы знаете, что первый раз в хрониках Иерусалим обозначен у египтян. Помните, Юлий Черсанович говорил, алимы – это, да, вот пришедшие, да, вот вновь пришедшие. И вот этот город назывался так, как называются наши пришедшие. В египетских хрониках Иерусалим называется Рус-Алим. И есть такой философ, о нем я скажу позже, наш великий русский философ, он сказал одну поразительную мысль, но сначала я скажу другую поразительную мысль. Знаете, вот это поиск путей России вообще, там Евразия, там еще чего-то. Первая русская идея была озвучена
Это Москва, Третий Рим, это не первая русская идея. Первая русская идея была озвучена Иваном Грозным, когда Курбский уехал, и у них был великий спор «Пути России». Это всегда спор, понимаете, «Пути России» — это наше исконное русское богатство, поиск «Пути России». И Иван Грозный на слова Курбского, который ему говорит: «Да вы с Иванием, як люди живут в Европе, давай и мы так». И что ему Иваня отвечает? Это нечто. Иваня ему отвечает: «Ты, лядин сын, учишь меня Европе, а Россия не есть Европа, Россия есть Израиль». Через 30 лет стали строить что? Новый Иерусалим. Новый, все как взрослых. Новый Иерусалим, речка Иорданька бежит, все. Это нам не намек, это нам знаки определенные. И вот происходит захват русским языком и русскими людьми старого Иерусалима. Представляете, какие качели, да? Что говорил Александр Аркадьевич Галич? И там, где звучит наша русская речь, там вечно Россия жива. Скоро государственный язык, вот один из государственных языков Израиля будет русский. Очень долго уже обсуждается этот вопрос. Поэтому в Каббале есть слова, что Израиль спасет русская эскадра, придя в Тель-Авив. Кто же, кроме нас, споет наших братьев-евреев? И заодно вместо крымского порта у нас будет в Средиземном море Тель-Авивский порт военный. Таким образом идет наша экспансия, вы же понимаете. Просто русский человек же не может остановиться на месте. Поэтому за всем этим великая миссия находится. Это комментарий к одной из строчек песни, которую я сейчас вспомню. Тяжелый блюз. Ну что ответь, мой друг-философ, куда завел нас поиск носа? Скажи, зачем вставал на спины и вдаль светил пером гусиным? Чего нашел, того оставил? И где сестра, где брат твой Авель? Да что теперь считать потери? Нам дали все, что мы хотели, и с тем в руках ушли из рая, что здесь в снегах искать Израиль. Где слов твоих уже не слышно, где ты играл и пел для нищих, и видел, как, теряя силы, уходит мир между Бог Далилы. И не спасти тебе тем паче, и не сдержать стеною плача. Да что с того, что к ней прибиты звезда полей? Звезда Давида. Тогда давай поднимем свечи за всех, кто пел. Еще не вечер, который час, узнаем точно, ты слышишь бой часов песочных. Смотри, снесло пустые сети, держи весло и бой, как ветер. Спасибо, мои дорогие. Я хочу теперь представить еще раз. Я выключаюсь. Нет, это я говорю нашему звукооператору, иначе будет такой щелчок, поэтому я предупреждаю, что я выключаюсь.
А замечательному автору и исполнителю, актеру театра на Таганке Дмитрию Межевичу. Стопли, ракшами да это шмот, военных нам укжамим, а в рятам лишь мор, а в тыходах бирахок, кто в это шани, ты шани, да хай там шихи лишь ток, коль забишвили. Лизу лейх пат, а шахны уквар это цми, шеакольки и люхлят, шеаколь гоне в горали, а тлёсу махаталь горалют, а замах ты ходь из раки, לחלון אולי חבור וחד שתקי מבטחות אבי רחוק כתובת תשני תשני וכעת תמשיכי לשתוק כל זה בשבילי Мимо листалищ капищ, мимо храмов и баров, мимо роскошных кладбищ, мимо больших базаров, горя и мимо, мимо, мимо Меги и Рима, синим солнцем полимы идут по земле пилигримы, увечно они горбаты, голодные, полуодеты. Глаза их полны закатов, сердца их полны рассветов, за ними ревут пустыни, вспыхивают зорницы, звезды дрожат над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним. Ослепительно снежным и сомнительно нежным, и значит не будет толка от веры в себя да в Бога, и значит остались только иллюзия и дорога. Сейчас еще один блок Евгения Клячкина. На столе от лампочки круг, а за кругом полный мрак. Руки сразу видно, кто друг, кто во мраке ясно, что враг. Девочка рисует дома, над домами вьются дымы, и еще не знает сама, кто чужие здесь, а кто мы. Вот опять возводится дом, а над домом тянется дым. Все плохое будет потом, все хорошее создадим. А под дымом варится суп, чтобы каждый в доме был сыт. Тот, кому захочется спать, сам на полночь ставит часы. А за домом высится сад, там деревьев несколько сот. Яблоки на ветках висят, сами так и просятся в рот. Что для жизни надо все есть, чего нету, значит пустяк. Решено мы жить будем здесь, решено мы жить будем так. Нарисуем старых друзей, не заметим новых врагов. В
этом мире все любят всех, и до смерти здесь далеко. Здесь покой и вечный закон, незнакомо здесь слово вдруг. Жалко, что кончается он, там же, где от лампочки круг. Там же, где от лампочки круг. Там же, где от лампочки круг. Спасибо. Две девочки, две дочки, два сияния, два трепетных, два призрачных крыла. В награду, а скорее в оправдание, судьба мне не путем дала. Лечу, лечу, чужую болью мучаясь, над красотой и скверною земной. Уверенный, что не случится худшее, а если и случится, не со мной. И невдомёк летящему, горящему, какая сила держит на лету. И только увидав крыло горящее, ты чуешь под собою пустоту и падаешь, закидывая голову, на всей земле один. И бесполезно машут руки голые, и здесь уже не до чужой беды. Легко любить, что не тобой посеяно, не выдохнуто с мукою вдвоем. И как легко бороться за спасение, когда это спасение не твое. Эй, кто-нибудь от самого, от страшного, спаси шутя, как я тебя спасал. Верни мне это крылышко прозрачное, чтоб я его опять не замечал. Верни мне это крылышко прозрачное, чтоб я его опять не замечал. Хочу представить, хочу представлять. Александр Городницкий. Александр Костромин. Много лет назад, где-то в конце 70-х годов, мы с Женей ездили выступать еще из Питера в Новгород. И помнится, на обратном пути я прочитал ему новое стихотворение, написанное в очередном плавании. Мы ехали в поезде долго. И он мне говорит: слушай, подари мне стихи, а я песенку, может, напишу. И я ему отдал эти стихи, совершенно не задумываясь тогда о том, что эти строчки по прошествии многих лет могут приобрести странное пророческое звучание. Так получилась известная песня Евгения Клячкина «Элегия». Сентябрь сколачивает стаи, и первый лист звенит у ног. Извечно истина простая, свободен, значит, одинок. Мечтая о свободе годы, не замечаем мы того, что нашей собственной свободы боимся более всего. И на растерянные лица, куда нам жизни деть свои, крыло спасительным ложится, власть государства и семьи.
в углу за снятой иконой, вся в паутине пустота. Свободен, значит, вне закона, как эта истина проста. Входная дверь гремит, как выстрел, в моем пустеющем дому. Так жить нам вместе, словно листья, а падать вниз по одному. Так жить нам вместе, словно листья, а падать вниз по одному. В конце ушедшей в прошлый век, 80-х годов, мы с Женей немало спорили по поводу вот отъезда, не отъезда, и не сошлись во мнениях. И меня до сих пор гложет мысль, что, как знать, если бы он тогда не уехал, может, он был бы жив. Хотя история не знает сослагательных наклонений. Помню, я тогда написал такие стихи со строчкой из Бродского. Мне говорят, что надо уезжать. За окнами хлебну хмельной отравы, шумит чернорубашечная рать и неотложно требует расправы. Меня усердно за собой маня, предчувствуя неотвратимость бедствий, в дорогу собирается родня, уже не эмиграция, а бегство. А я вас летом говорю, пока я опасаюсь временных пристанищ в безмолвии чужого языка, который мне родным уже не станет. Меня пугают худшие смерти, умрешь ты здесь, растерзанный и голый. Мне говорят, пора спасать детей, теперь не время думать про глаголы, недолгий срок тебе судьбою дан для нового открытия Америк. Когда вскипает штормом океан, не время выбирать удобный берег. Уже последний отзвенел звонок, но медлю я, приникнув, как Овидий, к родной земле, где я не одинок, где есть кого любить и ненавидеть. Раз в году, когда еще не прошли белые ночи, в конце июля, в день смерти Жени Клячкина, в Питере, на стрелке Васильевского острова, собираются его друзья, поют его песни и пускают на Невскую воду венки цветов. Памяти Евгения Клячкина. Сигаретой опиши горечко, снова расставаться нам пора. Ты теперь в земле остался вечной, где стоит июльская жара. По тебе поплачет хмурый Питер и родной израильский народ. Только эти песни на иврите кто-нибудь навряд ли запоет. По тебе поплачет хмурый Питер и родной израильский народ. Только эти песни на иврите кто-нибудь навряд ли запоет. Со ступеней набережной старой на воду пускаю я цветы. Слышу я знакомую гитару, может, это вовсе и не ты. Может, и не ты совсем, а некто улетел за 39 земель. Старый дом у Малого проспекта поменяв на город Ариэль. Может, и не ты совсем, а некто
улетел за 39 земель в сторону Малого проспекта, поменяв на город Ариэль. Сигареты опиши колечко, пусть дымок растает голубой, все равно на станции конечной скоро мы увидимся с тобой. Пусть тебе приснится ночью синей, возврати в душе твоей покой. Дождик Василеостровских линий над холодной цинковой рекой. Пусть тебе приснится ночью синей, возврати в душе твоей покой. Дождик Василеостровских линий над холодной цинковой рекой. То, о чем думал всю жизнь Женя Клячкин, то, о чем думаем мы все, то, о чем говорил Алик Мирзоян, то, почему я говорю, что Евгений Клячкин, какой бы он язык ни изучал, гражданин какой страны бы он ни помер, остается русским автором и остается моим земляком ленинградцем. Мы ленинградцы, мы не петербуржцы, потому что мы блокадники. Вот. Вот об этом стихи, которые упоминал Алик Мирзоян. Родство по слову. Неторопливо истина простая в реке времен нащупывает брод. Родство по крови образует стаю, родство по слову создает народ. Не от того ли смертных поражая непостижимой мудростью своей Бог Моисею передал скрижали, людей отъединяя от зверей, а стая не нужны законы Бога. Она живет завету вопреки. Там ценится в сознании у Бога лишь цепкий нюх, да острые клыки. Своим происхождением не скрою, горжусь и я, родители любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя. И не отыщешь выхода иного. Какие возражения не готовь, родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь. Писали виной или местная власть, от какой непонятно причины. Мы куда бы ни шли, нам туда не попасть, ни при жизни, ни после кончины. Для чего ты пришел в этот мир, человек, если горек твой хлеб и недолог твой век? Между дел ежедневных и тягот бесконечно колючками крытая степь, пересечь ее всю, никому не успеть, ни за день, ни за месяц, ни за год. Горстку пыли оставят сухие поля на подошвах от странствий стертых. Отчего нас, скажите, родная земля ни живых не приемлет, ни мертвых? Ведь земля остается все той же землей, станут звезды сгорев на рассвете золой, только дыма останется запах. Неизменно составы идут на восток, и верблюда качает горячий песок, и вращается небо на запад. И куда мы свои не направим шаги, и о чем не заводим беседу, всюду коршун над нами снижает круги, и лисица крадется по следу.
для чего ты пришел в этот мир, человек? Если горек твой хлеб и недолог твой век, и дано тебе сделать немного, что ты нажил своим непосильным трудом? Ненадежен твой мир и не прочен твой дом. Все дорога, 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 все дорога, 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 все дорога, дорога, дорога. Этой же теме, о единстве вот того, о чем говорил Олег Мирзоян. На вершине Карбель, где стоит монастырь карбелитов, у подножия ее, где могила пророка Ильи, где склоняются католики к небу, возносят молитвы. Евреи, качаясь, возносят молитвы свои. По золоченным куполам в синих лучах полыхая, у приехавших море мы слушаем всегда на виду. Возвышается храм новоявленной веры Бахаи. Возле сада цветущего трижды в году возвышается храм новоявленной веры Бахаи. Возле сада цветущего трижды в году. Этот сказочный храм никогда я теперь не забуду, где все люди вокруг между собой в постоянном ладу одинаково чтут там Христа, Магомета и Будду. Не молятся там, а сажают деревья в саду. Здесь вошедших любя обнимают прохладные тени. Здесь на клумбах цветов изваяния животных и птиц окружают тебя сочетания странных растений, что не знают границ, что не знают границ. Окружают тебя сочетания странных растений, что не знают границ, что не знают границ. Буду я вспоминать посредине погод и морозов лабиринты дорожек по склонам сбегающих вниз, где над синей морской распускаются жаркая роза. И над чайной розой недвижной парит кипарис. Мы с тобой войдем в этот сад, наклоненный пологом. Пение тихой птиц над цветами закружится вновь. И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога. Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь. И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога. Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь. Спасибо вам, братцы. Я хочу, чтобы вы показали еще один сюжет о Евгении Дядькине. Лилечка, будь добра.
смотрю, как складывалась жизнь, и в то же время вычиталось, а все казалось, все считалось, что мы проходим рубежи, и льют молочный свет шары, и с той доверчивой, прекрасной, теплом наполненной и ясной, светящейся моей поры. Холмы и горы позади, нам обещали спуск в долину, но нас вела дорога мимо, не ты решал, так Бог судил. Когда казалось средь полей, что время вдруг остановилось, то легче нам не становилось, а становилось тяжелей, но нас, кого зову я мы, на самом деле так немного, и не для всех лежит дорога. Мимо долин, через холмы, и хоть в спасительный покой, срывая путы, рвется тело, но как бы тело не хотело, ему дороги нет такой. Чему ты не приговорен к забвенью или посмертной славе, но одинаковой отравой несчастный мозг твой напоен. Простись же, мой далекий брат, со всем, к чему ты так стремился, любви и славы не добился, и денег нет, так будь же рад, так будь же рад, что не один такой явился ты на свете. Чем тяжелее, тем дальше светит твой гордый путь, мой господин. Встают холмы из новых лет, они не выглядят иначе, и та же самая задача преодолеть, преодолеть и все затеи. Ведь как прекрасен путь окольный, а мы ползем туда, где больно, через себя, через детей, и в сущности все тот же путь. В любой стране мы выбираем и равномерно вымираем, не доползя куда-нибудь. В трех нотах музыка плывет, вполне охватывая тему, и выясняется, что телу достаточно этих нот, достаточно этих нот. Мы уже говорили о том, что авторская песня, одним из ярчайших представителей которой был Евгений Клячкин, это соединение поэзии стихотворной с мелодической поэзией. Вот замечательный пример песен Клячкина и Скибродского. И поэтому вот это направление, оно сродни тому, как в свое время сказал физик, когда ему говорили, как же вот у тебя получилась мраморная статуя, я просто взял кусок мрамора и освободил его от лишнего. Когда давным-давно мы ехали с человеком Матровые сейчас на сцену вместе в машине, я восхищался его песней, написанной на стихи Давида Самойлова. Я говорю, слушай, замечательно, какая прекрасная мелодия, какая удивительная, единственная мелодия для этого стихотворения. Он говорит, понимаешь, говорит, все очень просто. Она там уже была, просто я выдал и переложил на гитару. Сергей Никитин. Добрый вечер. Вот здесь были кадры молодого Жени Клячкина, ну, вот вы помните его, я тоже помню. И вот я сейчас хочу вспомнить эпизод, который мне
рассказал, по-моему, Юрий Швисбор. Ну, с прошествием времени мне кажется, что я сам там присутствовал. После концерта в городе Минске, ну, обычно бывают посиделки, и вот, значит, было два главных героя, Юрий Висбор и Евгений Клячкин. Нужно сказать, что каждый из них обладает, как это нынче говорят, харизмой. И прекрасная половина человечества это прекрасно чувствует. Но так получилось, что за столом был всего один объект пристального внимания, как того, так и другого. Нужно сказать, что и оба наших патриарха отдавали должное вот прекрасной половине. И они это тоже чувствовали. И вот началось соревнование ашугов, состязание. Визбор поет что-то из своей классики, Женя поет. И они чувствуют, что чаша весов склоняется то в одну, то в другую сторону. Ну, в общем, они распушили хвосты, как говорится, спели все свои последние, все свои лучшие песни. И вот так постепенно Висбор чувствует, что уже в его сторону склоняется благосклонность дамы. И она потом в паузе вдруг говорит: «А спойте, а у нас во дворе». Ну и Женя как-то, в общем, приободрился, потому что нужно что вообще. Ну вот я сейчас хочу вспомнить что-то из того, что пел еще сам. Я очень любил Клячкина, особенно за его внимание к гармонии, гитаре. Этот город, он на вид угрюм, краски севера полутона. Этот город, он тяжело дум, реки в камень он запеленал. Теперь дождями перемыт, прячет лужицы в своей тени, розовеет она Неве гранит, и дома стоят совсем одни. Тихий гомон будет летний сад, разминаются мосты, кряхтя, силуэты обрели фасад. В эту ночь я у него в гостях. Театрально стоял я, опершись плечом на оперный театр. И каменные ноги, и каменные кони оскалились нахально.
и каменные ноздри выбрасывали пар. Профессор Римский-Корсаков, вертясь на пьедестале, никак не мог подняться, чтобы руку мне пожать. А я стоял и бредил то славой, то стихами, стихами или славой, ну как их не спешать. Роились в небе звезды, садились мне на плечи, ах, только б не прожгли они мой импортный пиджак. Качаясь, плыли лица головатых женщин, я стекла гладил пальцем, я был их всех добрей. Я прыгнул на подножку, пропел звонок трамвая, я 3 копейки бросил, как бросил золотой. Качаются вагоны, но кондукторша зевает, вожатый смотрит мимо, домой, домой, домой. Качаются вагоны, кондукторша зевает, вожатый смотрит мимо, домой, домой, домой. А я дышал в полнеба, а я держал полмира. Гигант я или карлик, герой или пигмей. Это замечательные строчки. Женя Клячкин очень музыкальный человек. Он радовался, когда открывал что-то новое для себя. Вот эта песня «Не гляди назад, не гляди», написана на мелодию композитора Зива из кинофильма «Баллада о солдате». А вот появился фильм польский, он назывался «Поезд». Кто там играл? Збигнев Цибульский там играл главного героя. Замечательное кино было. Вот. И там замечательная была мелодия. Ею просто заболел Женя Клячкин и написал песню, которая называется «Подарок». Я попробую вспомнить ее. Ветер гонит стаи листьев по небу, нагие ветви подняты, как руки у тебя. Светят золотой листок у ног твоих, зато трава груба. Даришь мне букетик одуванчиков и говори: храни его, иначе я умру. Как же донесу домой подарок твой, я на таком ветру. Как же донесу домой подарок твой, иначе я на ветру.
я себе представил ситуацию, что вот мой среди нас Женя Клячкин, мы с ним давно не виделись. Ну и, конечно, он спросит, ну что, старик Чинович, что сочинил? Вот чем бы я поделился? Ну, может быть, вот песня на стихи Арсения Тарковского. Колышется ива на том берегу, извини, старик, слава забыл. Другое вспомнил. Да, все. Давно мои ранние годы прошли, по самому краю, по самому краю родимой земли, по скошенной мяти, по синему раю. И я этот рай навсегда потеряю, и я этот рай навсегда потеряю. Колышется ива на том берегу, как белые руки, пройти до конца по мосту не могу. Но лучшего имени влажные звуки на память я взял при последней разлуке. Стоит у излуки и моет в воде свои белые руки, а я перед ней в неоплатном долгу. Стоит у излуки, пройти до конца по мосту не могу. Берегу. За ивой стоит, как русалка над речкой, и с пальца на палец бросает колечко, и с пальца на палец бросает колечко. Давно мои ранние годы прошли. Неоднократно слышит Юрий Левитанский. Что происходит на свете? А просто зима, просто зима, полагаете вы? Полагаю, я ведь и сам, как умею, следы пролагаю в ваши уснувшие ранней порой дома. Что же за всем этим будет? А будет январь, будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю, этот с картинками вьюги старинный букварь.
чем же все это кончится? Будет апрель, будет апрель, и вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышала слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела сирень. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья и ститься. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечный ёбковой опала. Так разрешить же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечой внутри и карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Па-па-па-р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 а. Па-па-па-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Мы уже говорили сегодня с вами о том, что живой образ Евгения Клячкина на экране сохранила для нас и для последующих поколений замечательная женщина Лилия Вьюгина. Давайте ее вызовем, поприветствуем за эту замечательную подарок. Лилия, где она? А? Вот она. Ну, повернись к залу, повернись к залу, поклонись. Спасибо. Вот. Запомните ее, пожалуйста. Лилечка, последний сюжет с Женечкой.
Дорогие друзья, мы с вами встретили юбилей Евгения Клячкина, и будем надеяться, что хотя Жени нет с нами, но его песни, перешагнувшие 21 век, будут жить, пока живы его друзья, и будут жить в вашей памяти, начиная свой долгий полет уже без Жени. Спасибо вам всем, что вы пришли. До новых встреч. Спасибо. Thank you.